начался, а мы уже на все 100 подготовились к покорению новых вершин. Сто 50 лет производственного опыта накопила компания. Этот год стал 28-м для Siberian Wellness. 22 года исполняется итальянской команде. А главное, в этом году мы отметим столетие завода «Далия» и будем рады видеть вас на юбилее в Белграде. Осенью экскурсия по «Далия» ждет бизнес, профи и выше. Победителей программы путешествий. А гостеприимная Сербия – путешественников Siberian Wellness, которые отправятся в тур «Сердце Балкан». Кроме того, летом профессионалы, благодаря квалификационной награде, получат возможность побывать в основном производственном комплексе в Новосибирске и лично увидеть, как создаются легендарные продукты Siberian Wellness. Ведь основа возможностей, которые открывает бизнес с компанией, широкий ассортимент востребованных, качественных, актуальных, инновационных продуктов. В 28-м бизнес-году появятся новинки для спорта итальянского бренда Кеформа. В поддержку спортивной тематики марафоны стройности пройдут уже этой весной. Ассортимент Siberian Wellness пополнится новинками уходовых линеек и парфюмерных коллекций. И каждого, кто захочет узнать как об изысканных ароматах, так и о нюансах ухода за кожей, мы будем ждать на тематических онлайн-событиях и марафонах. В области исследований и разработки мощность команды утроилась. А благодаря тому, что производство Siberian Wellness стало международным, продукты компании отправляются клиентам в разные страны из разных производственных комплексов. Новинки ждут и тех, кто работает экспертно с продуктами или создает для себя программы поддержки здоровья на продвинутом уровне. И, конечно, мы продолжим как сотрудничество с экспертным сообществом, так и прокачку знаний и навыков бизнес-партнеров Siberian Wellness. Создавая будущее для вашего бизнеса, мы обязуемся сохранять для вас и нашу планету. В 28-м бизнес-году наша эко-команда организует посадки нового леса более чем в 10 странах мира. Планируется привлечь более 7 тысяч волонтеров к посадкам и очистке природы от мусора. Эко-капитал бизнес-партнеров будет расти. Мы рассчитываем, что увеличатся взносы на сохранение редких видов животных, птиц и растений, природы Байкала и новых локальных проектов. А результатами нашей работы, как и накопленным опытом, мы, конечно, поделимся на ярких масштабных событиях. Команда встречается в Узбекистане. Топ-лидеры встретятся там же. В Ташкенте получат инсайты, а яркие впечатления в наших садах на Мангана. А далее мы начнем подготовку к 28-му дню рождения. Siberian Wellness встречает Белград. Ставь глобальные цели и проведи бизнес-год на все 100 с Siberian Wellness.